Русский богатырь. Канадское наружу. Пока представление закончено. Все, что ли? Смотри, какой сразу убежал. Силовая планка. Ну, 7-я оцинковка. Сейчас будешь намечать ее? А у меня там в сумке есть. Чертилка. А? Чертилка есть в сумке. Ну, чертилка. Нет, такая, шаблон. Шаблон тоже есть. Вот размер. Размер. 9-145. Большой. Одну отметить еще. Сейчас. Да. Полдрявый. Я тебе говорил. Да, давай мембрану по... Вода густая. Силовая планка. А почему так-то? Все ништяк. Силовая планка опускается прямо в желоб. Потом на него будет сам капель одеваться. Да, Алексей? Наверное. Ты не знаешь, да? Не хочу говорить об этом. Смотри, какой же молот, а. Посмотрите ему в лицо, вот этому человеку. Не надо, их разыскивает милиция. Не надо показывать. Продолжение следует...
Буду за Алексеем ходить, он. Буду за тобой сегодня ходить, короче. Зачем за мной ходить? Давай, давай. Еще, еще тяни. Еще, еще, еще. Так, стоять. Есть. Ты знаешь, как зовут корову, которая не дает молока? Жадина, говядина. Знает, смотри. Шнурка самый точный инструмент. Ассаламу алейкум. Такой вот капельничек. Сергеич, молодец. Да, красавчик. Так, что хотелось? Итак, силовая планка по кругу поставлена. Наверное, спросите, зачем она нужна, силовая планка. Видите, какая толщина у капельника? Если мы просто поставим капельник с огнем из Пурала, то он будет, ну, дребезжать сильно на ветре. Поэтому силовая планка и нужна. Это первый момент. И второе, от сильного ветра, вот, это получается зона карниза, это зона, где обычно сдергивают кровлю. Вот. Поэтому силовая планка в любом случае нужна. Вот. И мы ее всегда ставим. Вот. А сейчас уже идет монтаж самого капельника. Сейчас покажем. Засядь, Алексеевич, как подметает. Опять ты меня снимаешь. А мне лично скоро так будет находиться. По ютубу. Великий подметальщик. Хорошо, еще вечером не снимаю. Да? Да Сергеич тоже уже медийная личность. Ваши документы. Наши документы — это лапы, что там, когти и хвост. А печать у вас есть на хвосте? Нету, значит, посылку не получите. Сантим уже есть. Ну, я на другой стороне сниму. А? На другой стороне сниму. Заготовка стартовой картины.
ты не увидишь. Подожди, подожди, давай поставлю камеру. Не, я ее сам вообще делаю. Это неудобно, блин. Давай. Здесь широкий сет. Давай. Как разворачиваем? Да положи, положи, положи. Так, бери. Или одно такое. Подожди. Сейчас, 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 сейчас. Ты можешь мозги, в принципе, не парить. Давай ты меня придумай, да еще. Видали какой, а? Просто там и край не готовили. Тут доска. Где? Мешает. Какая? Это вот. Должно быть. Огня сейчас. Подожди. Умнешь. Кто запихал? Сейчас. О, оборот. Да? Да. Видали? Персонал. Сварчик. Ну там не забудь сказать, 2 миллиметра больше, чтобы катало ровно. Не, ничего не скажу. Они же все слышат. Далековато что-то. Сильно. Палку надо перекрутить в середине. Люди скажут плохо. Почему? Не перегибается, видишь, ломает. Красиво. Все красиво. А нет у тебя кияночки? Давай. Здесь саночки постучать. Не загнуло. Блин, после фасада, где какая узкая картина вообще, да? Такая широкая. Спасибо большое. Все, готово. Я его знаю. Русские народные танцы. Алексей спрашивает, тебе зубная щетка нужна, то он говорит, хочется почухаться. На мобильную, ему говорит. Я просто идет видеосъемка, я не буду матюкаться. Ну, забирай! Что это редиска, не просто человек столько наказывает. Так, осторожно. Стойки не пришите, подвешен груз.
Сергеевич, ну ты зажал, ё-моё. Чтобы не упала на голову. Я понимаю, я отнять тебя не могу. А та позови, он может. Он автомобильную щетку просит. Сейчас. Заставили бригадира работать, подметать. Провинился. Кстати, он по пушке сказал, 14 рубас. Надо просто заехать в магазин «Штиль» и там посмотреть. Подрезка, ослабление. Ну давай, покажем, как он одевается. За низ. Чуть-чуть постучать. Вот так. И опять Алексей. Мастер поклейки скотчем. А где так научился? За лето галактики замазывал. Как будто всю жизнь этим занимался. А внизу покажем там. Но он же не только показывает, он еще пока как он подготавливается. Вот как-то так, все. Ну да. Вот так вот смотрится гребень, но еще не готовый. Алексей, опять ты? Продолжение следует. Смотрите дальше.